Здравствуйте, подписчики канала и все, кто интересуется лекарственными грибами. Сегодня мы продолжим ознакомление с грибом блюдцевик киноварно-красный, он же саркоцифа ярко-красная. И вы узнаете об его пищевой ценности, обзоре научных исследований и использовании народной медицины. Для того, чтобы посмотреть ролик с описанием гриба, необходимо, находясь на моем канале в YouTube, воспользоваться плейлистом «Блюдцевик киноварно-красный», «Саркоцифа ярко-красная» или найти его на авторском канале в «Одноклассниках». Текстовое сопровождение публикации со ссылками на научные работы вы можете найти непосредственно под данным роликом. Итак, пищевая ценность. Съедобность плодовых тел известна с давних времен, так же, как и то, что гриб не ядовит. Во Франции дети ели этот гриб сырым на хлебе с маслом, а кулинары смешивали с вишневым бренди и добавляли его во фруктовый салат. В России наравне со своим двойником саркоцифой австрийской его употребляют в салаты, жарят со сметаной, используют в качестве цветной заправки к блюдам, фаршируют слегка обжаренные в масле плодовые тела измельченным яйцом и луком в сметане. Часть грибников не устраивает небольшой размер и жесткая консистенция плодовых тел саркоцифы, а также небольшое количество грибов. Другая же часть грибников склонна считать, что саркоцифа приятна на вкус. Саркоцифа очень трудоемкая в обработке, ярко выраженного грибного вкуса не имеет, но все же в отсутствии других съедобных грибов приготовить ее как минимум один раз попробовать стоит. Я же повторяю готовку ежегодно, если найду ее в достаточном для этого количестве. Как приготовить? Нужно очистить грибы от мха и грязи, поместить плоды в емкость с водой и очистить налипшие остатки. Подрезать ножки, разделить шляпки и разложить подсохнуть. Собрать тару и положить в морозильник, так как замечено, что после морозильника грибы становятся мягкими и нежными. Чтобы приготовить из грибов какие-либо блюда, их отваривают от 3 до 15 минут под соленой воде. После чего промывают в проточной воде, чтобы избавиться от налета пены и возможных остатков мусора. Есть и опыт грибников в замачивании саркоцифы в жидком дыме. После тепловой обработки гриб не меняет своей яркой окраски и может стать украшением и добавлением для салатов. Хорош также в маринаде, в жаркое, добавляется в рагу, используется как наполнитель к начинкам блинчиков и пирогов. Для жарки можно использовать репчатый лук, сметану или их комбинацию. Лук обжаривается на подсолнечном или сливочном масле, и туда добавляются отваренные грибы, немного подсаливается, после чего и жарят, помешивая около 10 минут. В конце можно добавить сметаны. Подавать, например, с отварной картошкой. Вкус у грибов специфический, типа кальмаров или куриных хрящиков. Научные исследования. Несмотря на относительную распространенность грибов в мире, научных исследований об их свойствах проведено мало. Так, Питер Мольнар и соавторы, представляющие Печский университет Венгрии, опубликовали работу «Каротиоидный состав гриба чашечка алого альфа» или «Саркоцифа алая». Сообщается, что из гриба саркоцифа ярко-красной были получены и идентифицированы каротиноиды. И указывается два каротиноида – плектониоксатин и дегидроплектониоксатин и ряд изомеров. Мое примечание. Каротиноиды – это природные органические пигменты, синтезируемые в том числе грибами, окрашенные в желтые, оранжевые или красные цвета. Около 50 каротиноидов обнаружены в пищевом рационе человека, и 10 присутствуют в плазме крови. Каротиноиды выполняют функции антиоксидантов в организме человека и являются провитаминами А. Следовательно, обнаруженные в составе саркоцифы ярко-красной каротиноиды фактически означают наличие у грибов антиоксидантной активности. А работа Ясенки Пиляц-Жигарак и соавторов Институт Рудер-Баскович, Хорватия,
которая называется «Антиоксидантные свойства экстрактов диких видов лекарственных грибов из Хорватии», подтверждает это. Обнаружена антиоксидантная активность и содержание фенолов у близкой родственницы пиццицы ярко-красной, это пиццица австрийская. Активность была как водных, так и спиртовых экстрактов. Причем в водном экстракте было на 5,8 раза выше. Кроме этого, из плодовых тел саркоцифа кокинея был выделен лектин, который агглютинирует эритроциты человека. Смотри работу «Антонюк. Очистка и изучение углеводной специфичности лектина саркоцифы ярко-красной». Применение в народной медицине. Гриб с давних времен использовался под повязками из мягкой оленьей кожи в высушенном, растертом порошок виде коренными жителями Америки, племени Анейда, как противовоспалительное, ускоряющее свертываемость крови и антисептическое средство для недопущения заражения крови против кровотечений для заживления ран с нанесением на кровоточащее место и для вытяжки гноя из нарывов. Для лечения пупка новорожденных после удаления пуповины. Как приготовить порошок? Саркоцифу тщательно промывают, сушат естественным путем или при температуре не более 60 градусов, а затем перемалывают в порошок. Порошок дополнительно используют для улучшения работы желудочно-кишечного тракта. Для этого порошок разводят водой и пьют. Для похудения порошок используется в составе диет, выводит шлаки и токсины, содержит небольшое количество калорий. Используется также при простудах и болезнях дыхательной системы. Для этого ингаляция на основе порошка убирает мокроту в легких и избавляет от насморка. На сегодня у меня все. До новых встреч на канале.